В начале ноября с заявлением о факте мошенничества в сыктывкарскую полицию обратилась пожилая жительница Эжинского района. Пенсионерка рассказала, с ее банковской карты неизвестные похитили все деньги – 20 тысяч рублей, которые женщина оставляла на квартплату и пропитание. Платить по счетам ей просто оказалось нечем. Оперативники выяснили, в октябре потерпевшая на страничку в соцсети написала якобы подруга и предложила легкий способ заработать благодаря уникальной акции одного из банков. Сообщила, что можно получить 2000 рублей, якобы только заполнив анкету, то есть предоставив свои данные, непосредственно фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер паспорта, номер сотового телефона, что, собственно говоря, она и сделала, поверив на слово, не прозвонив данного человека, то есть исключительно в переписке. В последующем с ее банковской карты, так как она сообщила еще и номер карты, были сняты денежные средства. О хищении денег женщина узнала только спустя несколько дней, когда пришла в банк. Подруга, которая якобы с ней переписывала, заверила пенсионерку, ни с каким предложением она к ней не обращалась. Да и на свою страничку она уже давно не заходила, поскольку нет доступа в интернет. Потерпевшая усомнилась в правдивости этих слов и обратилась в полицию. Выяснилось, аккаунт женщины злоумышленники взломали месяц назад и создали фейковую страничку. Злоумышленники, воспользовавшись ее реальной страницей, то есть полностью откопировали фотографию с искомой изначальной страницы, скопировали, выставили ее в качестве аватарки на новой странице. Соответственно, пенсионер, который не сильно вникает в суть страницы, откуда ей приходит сообщение, видит похожую фамилию, имя, видит похожую фотографию, автоматически добавляет ее в друзья, а в последующем вступает в переписку, не обращая внимания на то, что до этого в друзьях у нее уже был аналогичный же друг. Некоторые потерпевшие давали псевдознакомым деньги взаймы. Так поступил и сердобольный сыктывкарец, пожелавший выручить коллегу по работе. Одна из его знакомых, которая тоже является пользователем сети, социальной сети ВКонтакте, обратилась к нему с сообщением о просьбе занятия ей денежных средств в сумме 25 тысяч рублей. Так как данная женщина являлась женщиной с хорошей репутацией, с которой у них были хорошие отношения, и работали они продолжительное время в одной организации, он перевел, не задумываясь, денежные средства, не осуществляя телефонные звонки, на номер банковской карты. Не получив долг, через несколько дней коллега позвонил знакомой и получил шокирующий ответ. Ни с какой просьбой она к нему не обращалась. Полицейские установили, интернет-страница, с которой выходили на связь с сыктывкарцем, также была взломана. За 2 месяца в столичную полицию обратились больше 20 человек с заявлением о похожих фактах обмана в сети интернет. Впрочем, были среди них и те, кто не доверился лжедрузьям по переписке. Личности интернет-аферистов сейчас устанавливают. По фактам мошенничества ведется следствие.